же прыгаю? А, вот все так, Select. Старт рекорд. Отлично. Так, поменяется у нас карта на Инферно. Не фони своим микрофоном, пожалуйста. Ты что сказал, не фонит? Когда ты долго держишь, как у меня фонит. Гейминг, МСК-гейминг. А, ну да, я правильно, если больше не пишу. МСК-гейминг, что не нравится? Палочку убили. Палочка у них есть. А, ну да. Ну, значит, буду с палочками бегать. У одного еще звездочка в теге. Четверо в эпидемии, это все еще вармап, как мы видим. Это, видимо, он, ну да, так. Что-то подлагивает на самом деле, надо Google Chrome офнуть. А, я его офнул уже, так, это тоже все закрываем, это все сворачиваем, это закрываем. Отсюда надо выйти. Сейчас. Вот так даже не лагать, все, надеемся. Random undetected. Что? Nice flash от Ренза. Неплохая такая. Зашел Кежа ЗЗ, по-моему, уже. Нет, еще не зашел. Вот, теперь зашел. Так. Так, ну что это такое? Что-то какой-то нехилый у них вармап, на самом деле. Та еще вообще стоит в доме. Дай стрим ссылку. Там. Кстати, пацанчики. Нормально, в принципе. В принципе, довольно-таки неплохо. Ждем на начало игры, получается, что бросил. Душа нажимает. Такое ощущение, что что-то дико забыл, но я вот не могу понять, что. Да. Что я мог забыть? Что я мог забыть? Что я мог забыть? Так, заводится к Неду Разаш. Так. Ну что, начинается у нас Nice Round. Сегодня у нас финал турнира. Играют МСК Гейминг и Эпидемия. На карте Инферно будет проходить этот матч. Пройдет в формате Best of 1. Как мне сказали, ну все возможно. Сейчас я вот его вот это вот все. Вот это вот, там. Тудыщ. Лагало неплохо. Кадыдыш убивает в люльке с ножа. И... Пацан без ника, зато со звездочкой в теге убивает. Убивает Броусона. Слушай, они КНФ по всей карте играют. Они бегают и ищут друг друга, понимаешь? Джаз дает хедшот. Рензу за спину режет. Кадыдыша. Кадыдыша плюс дрыща. Такие ники. Ладно. Зоник видит пацана на лестнице. Смысл балкона вот в натуре. Ну, я тебе скажу, у нас здание ник тоже классно. Смотри, смотри, смотри. Ладно. Ну, знаешь, хотя бы не дыдыщ плюс дрыщ. Ок. Так, выбирают, видимо, чтобы дефенсор. Эпидемия. Заводится лайф и первая пистолетка. Гейланд Ха пишет нам сервер. Серые бегут походу все в яму. Кто у нас занимает Б, Б занимает Кеджи ЗЗ с пацаном без ника. Ну, пускай будет СК, ладно, черт с ним. Вот идет раскидывает, как-то неплохой уходит в 3. Выдается хае неплохая. Минус 3 хаешки, неплохо. Броусон заходит в эпидемию. Эпидемию входит. В рукав зашел Броусон. Остается он один против
четверых. Убивает второго, прилетает ему граната, остается у него 63 хп. Сжимает второго, патроны кончаются, режет на нож, пытается на нож, бежит на нож. И он сам режет в итоге. И еще как гейминг режет. Неплохой первый раунд, мы увидели этот контрол. Очень много по таймингу должна была даже... Фу! Очень по таймингу были даны хаешечки, которые взорвали просто троих террористов напрочь. Сейчас террор у нас размещается на втором мире. Видимо, атака будет подать. Сейчас будет дан пацан люльку. Кого же? Пацан сидит и ждет. А вот, да-да, дождался он хдбища, которого он должен апнуть, апается в люльке. Люльки у нас никто не смотрит, зато есть пацан на коврах, Джоин, он должен сейчас какое-нибудь перемещение обязательно. Видит первого, у него 14-24 хп. Это уже, о, какая хаешка, сейчас если второй раунд кто-нибудь даст мне 3 хаешки, то будет, ну, будет прикольно. Вот у Джаз уже в руках мата, я вижу, так, он был с диффузом, но без девайса. Джоин тем временем дает минус 2, принимает у нас ковры. Мирон приходит граната от Джаза, Джаз еще зажимает еще одного пацанчика, остается пацан в люльке и он получает хэдшот от Джоина. Неплохо, 2-0. Итак, что же будет делать Теры? Они Теры закупаются, во-первых. Причем у Зоник взял только юст, походу. Вот есть калаши. АФК, Кеш ЗЗ. Значит, в яме у нас трое Тера, даже может больше, еще одного я не видел. Значит, у одного вообще глок. Этот решил не закупаться просто. Зачем? Два, нет, показалось, что два АВП, на самом деле АВП одно, это СК Геймик, он на Б у нас. Жжет он бананчик. Так. Отлично, летает флеш тачу, по-моему, даже его ослепило. Так, тач уходит, идет мидл. Кэш ЗЗ убивает ковры. Дает он в щи Броусона, как раз который был с блоком. Видит, он нас не перерит, сжимает. Почти ничего не сносит, тем временем Скагейн дает минус на бананчике, да, и Джоин убивает хэдпища. И он вообще принял одного Мирона, остается у нас Зоник с Юспом, а в ручье он будет пытаться забирать девайс, который лежит на Б, и берет и нет. А Скагеймик уже давно стянулся наш. Ренза может просто... Ренза... Куда делся террорист? Ага. Он зашел на банан. Сейчас если Ренза чекнет, то... А, все, Ренза ждет, вот, дождался. Все, убил его Ренза. Зоник умер, 3-0, отлично, первый байраунд выигран. Ну, точнее, первый для Теров байраунд проигран. А контры молодцы. Вот Броусон, по-моему, который делал... Нет, Зоник купил АВП, который брал Юсп. У Броусона теперь АВП отдает, да, он отдал его ему. Будет даваться второй байраунд подряд. Посмотрим, для следует что-нибудь террористом. Скагеймик сейчас будет... Нет, там, видимо, банан. Вот. Авик-навик сейчас, думаю, будет на банане. Броусон чекает мидл. Никого не видит. Видит пацана. Не убивает, даже не стрельнул. Просто дал инфу, то, что пацан прошел на 20. Тач уже выходит мидл. Кто-то там падает. У Тач уже 15 хп. Ему, видимо, дали неплохо в голову. Ренза 11, кстати. Тач не взрывается. Повезло. Да. На ящиках стоит Тач. Ждет он люльку. И кого в том числе падает. Так, там против под Б. В общем, Мирон, если не чекает, вот дает он футу, что есть в люльке пацаненок. Ждет он его. А там стоит вот этот пацан, Джоин. Дула не видно. Сейчас просто если... Ох, если Мирон не чекнет. Он такого сейчас гребет же. На самом деле, я на месте Мирона уже давно бы вышел и покарал бы. Вот, ну поздно выходит. Не чувствует пацаненок тайминга. Тем временем умирает КЖЗ, его убирает поджим. Ну не чувствует пока что. Так, двое в раз в ручье у нас. Дается отличнейшая хаешка. Это тащит 3 хп, Броусон убивает. Джоин и Джаз забирают по одному как у себе. Тащит 3 хп в ручье, Ренза минус. Дается минус в ручье, остается хд-дыщ. Он у нас на банане за мусоркой. К нему идут тоже почти с двух сторон. Сейчас Джаз и Джоин будут закрывать пацаненка. Умирает Джоин, прилетает ему флеш, неплохая хд-дыщ. Он слепой, уже нет. О, еще одна влетает, но по-моему он даже не ослеп. Узнают про него инфу. И что он ждет? А бомба лежит под контров. Уже остается 5 секунд фактически до конца раунда. За 5 секунд убить двоих на разных позициях, это нереально, особенно на Инферно, поэтому это раунд за контрами. 4-0, неплохо. Второй раунд проигран у террористов. Никак не могут до конца убить контров. Броусон снова берет АВП. Ага, с каким-то тоже сейчас возьму. Дай, дал он дроп своему брату.
оставили без дропа одного пацаненка, ничего, прыгнул ХЛТВшечка, ничего страшного, ничего не пропустили, никто еще не умер, бомба вышла, первая мидл, просто сейчас будет врываться на зелень, ХСС попадает неплохо по зонику, дается хрена, хрена 20, хрена жух, взрыва, ух, как дают-то, вообще без разменов, просто умирают террористы, броусы на один, в яме, с авиком, убил одного, кстати, Джонни был каленый. Ну все, сейчас контрит то, что не просто не лезть. Ну или лезть и убивать. Два варианта у контролов дает хаев он себе под отход. Уходит на респ. Контроль сказать. К серому он уходит на респ. Будет ждать еще какой-нибудь аркады со стороны контролов. Вот сейчас он может найти джаза, если. Да. Если будет смотреть наверх. Ну, он смотрит вверх, но он так очень вяло его смотрит. На самом деле джаз мог просто. Ну сейчас джаз просто должен зайти. Нет, сейчас джаз. Джаз может сейчас умереть, потому что Брошин-то смотрит туда, куда надо. Но нет. Джаз ушел обратно в дом, и если он сейчас прыгнет, то увидит наглого террориста, который дает ему в ногу тут же на реакции. Дает достаточно ковры, зря раскинул. Получает, кстати, в каску 1 хп у него, и да. Кеш-ЗЗ попал, 5-0. Good job. Нормально. 5-0, неплохо. Первая сторона. Это плюс, прежде всего, к морали, то, что ребята чувствуют, то, что они убивают пацанов. Так. МСК Гейминг снова заточивается на втором. Походу, на втором. Ну да. Трой заходит в дом. Все заходят в дом. И это, видимо, а, потому что, ну, что еще делать с такой расстановкой? Кто будет на острие атаки? Джойн. Вот. Джойн идет в аркаду тем временем. Давайте посмотрим, сможет ли он что-нибудь... намутить нам, дает минус, пацана с хаешкой, убивает 10 хп, снял еще зонику хай своего. Еще 50 хп снимается зонику. В это время на банане воюют Керс-СЗ с НСК Гейминг. Ну, с Мироном, в смысле. Так. Джоин. Умирает НСК Гейминг. Убирает. Уже накафили причем террориста. Так, КДД зашел на банан. Его никто не поджимает. В общем, терри хотят делать Б. Контри играют закрыто, но в любой момент могут перетянуться. То есть стоят таких в мобильных позициях, но кроме Джойна. Джойну придется или спрыгивать на полтора, или делать вот так. Ну, сейчас мы не увидим, как он чекал мидл, может он что-нибудь видел. Вот, ну, как-то ребята убивают, но тайминг вообще не чувствуют. Вот сейчас, если бы Джойн вот сейчас бы чекнул, как он чекал до этого, он бы увидел в спину бомбу и дал бы дичайшую инфу, то, что Плент идет на Б. Броусон забирает СК Гейминг, перестрелял своего противника по АВП. Ренза, никто не чекает Ренза, зачем чекать? Минус 3, 3 головы в спину, получи. Распишитесь, ребятки, это вам. 3 головы, как заказывали. Все. Вот, не чекнули 3. Получили. Все. 6-0. Ну, как мы видим, еще один байраунд делают. Команда МСК Гейминг. Не теряют они надежду. Что случилось? Почему никто никуда не бежит? Овер. Интересно. Интересно, мог ли упасть я? Нет, я, походу, не мог упасть. Потому что вроде как стрим из лайф. И дропы не идут. То есть это проблема непосредственно на стороне сервера. Ну, сделаем ретри. На всякий случай. Ну, я думаю, это спасет нашу. Нет, это, походу, офнули ХЛТВ. Я могу зайти вот сюда, например. Не могу. На рандомный ворвемся. Заходи. А, только через DJ Connage. В общем, тут два варианта. Или офнули ХЛТВ. ХЛТВ not started. Сейчас я уточню. Уточню, ребят, что это. Так. Зайду я в Steam. Если меня добавил данный человек в Steam, то мы сейчас спросим непосредственно в Steam. Что же произошло? При счете 6-0. Все куда-то вышли. Куда-то побежали. Ай, надо было добавить его сразу. Так, сейчас.
Что сделали с ХЛТВ? Остается один вопрос. Тут два просто варианта. Если тот друг был в сети 20 с лишним. Был 5 часов назад, но это какой-то бред на самом деле. Ну, в общем, походу что-то произошло, потому что... Вот, ну, потому что. Эпидемия мультигейминг тим. Все, в принципе, не важно. Попробуем мы сделать ретрай на ХЛТВшечку. Сейчас все зависло, черный экран, все плохо. И я зашел на ХЛТВ, врываемся мы обратно. Сейчас я включу обратно четвертую вам КС-очку. Так. Так, лайк. Походу был рестарт сервера. Ну или я не знаю, что это было вообще, но походу... Сейчас я спрошу, что это такое. Меня так никто не добавил, ну и ладно. Ну, в общем, интересно, что это было, конечно. Ладно. Так. Ну, счет 6-0 в пользу эпидемии. Должен быть, по крайней мере. Так, теперь идут на мидл. ДЖЗ, тиммейт, потому что это походу А. Дает ХЕ на зелень, будет ли минус? Да. Взрывает он. Одного. Знает, ребята, про зелень. Ну же Джаб должен слышать зелень. О, пропускает в плент бомбу. Это что будет? Печально. ДЖЗ забирает одного. Остается... Джой! Байк! Раскарал. Бывает первого. И все. На этом заканчивается все. СКГейминг диффузит бомбу. Боится, что не успеет, но есть у него еще целых 15 секунд, чтобы раздефить плент. И счет, по идее, 7-1, но если ребята решили переиграть, то 1-0. Тут как бы два варианта. Теперь у нас располагается по второму мидлу. Взяли они бай. Очень плохой даже, наверное. Вот, у кого хватило на калаши. Что это такое? Что это было? А это что-то вроде типа не топайте. Зачем бай нам после проигранного раунда? Это, конечно, остается вопрос. Потому что я уверен, что у контров есть хаешки. И то, что тут сейчас просто 2-3 хаев ковры и все. И да. Вот, первая хае, вторая хае. И теперь уже на вите. Так, тут там нажимал ковре, это был джойн, он умирает. Так, 4-3 остаются. Заиграй девайс. Кто-то еще вообще еще вдалеке находится от своих тиммейтов. Походу, это Б. Судя по всему, это Б, и дадут ли... Вопрос, поймут ли это контры. Да, понимают, это контры, стягиваются под Б, понимают, что от атаки уже на А делать тупо нечего, оставляют они джаза на А. Если что, так будет ли идти девайс какой-нибудь, кроме МБ-5, по-моему, Рензов. Ох, получает Рензов. Блин, все так неплохо. Ох, вешает щи просто с КГейминг. Забирает он девайсик, ничего с ним не делает. Ставится плент на Б. 1-3 джаз. Посмотрим, 20 секунд есть у него, в принципе, даже больше, еще 25. Первого вешает голову, сам получает. Тифутки не забрал.
это печаль, на самом деле. Еще одного. Ну, в любой три, да. Нельзя был взять бай у теров. Выиграли они его, зато сейчас у контров будут у половины деньги. Да, берутся два кольта. Слушай, берут как... Кеш ЗЗ берут АВП. О, как. На втором раунде авик, ну, это, на третьем. Это неплохо. Смотрит он вот такую щелку. Теры вообще не ожидают никакого АВП даже в помине, так что Мирон сейчас просто выйдет и должен получить, просто чекает внутри ящика на банане. Ой, попадал, попал по нему. Кейс ЗЗ. Руку ему дал, 40-60 хп ему снимает. Уходит за 5, даже близко к 5, около, даже около рукава. Так, теры уходят временем на второй. Да что они делают? Трое около ручья. Эта стяжка походу пода. Контры это отлично понимают. Потому что на банане уже никого. И вообще будет встреча на миде. Так вот, получает он от джаза. Нечего было выходить мидл. Так, Джон готов дать хаешечку. Контры играют от более-менее от раскида. То есть они стараются сначала откинуть, потом уже... Вот, ну, тянул Джоин сейчас немного не так, как нужно было снимать, он немного хп. Тюрением Рэнзи сейчас дает минусы. Минуса. Ну, минус. Как минус, как минуса. Остается двое на полтора. Уходят они вообще куда-то далеко, походу, это сове. Ну, или сейв. Сейчас за ВП, АВП, кеш ЗЗ, развернись, братан, развернись. Направо развернись. Бича. Теряют авик. Теряют авик HZZ. 8-1. По идее. Или 2-1. Ну, в общем, как-то так. Непонятно вообще, что это было. Просто какие-то неприколы. Неприкольные приколы происходили. Походу, вообще был рестарт сервера. Стоит АФК. Что? Что это? Или это... А, не АФК, это вот такая позиция. ГЖЗ получает вообще жестко. 30 хп у него остается, он садится на крайта. Умирает СК Гейминг, умирает ГЖЗ. Это хае на кафель. И очень неплохая хае. А сейчас опять героин в бай, они сейчас будут играть. Джоин с джазом остаются против четверых, утащит 7 хп. Умирает джаз. Остается один джоин. Сейф. Нет. Вот это выбивание. Никого не видит, там никого. Вот еще моделька, умирает тач. Умирает второй еще. Есть диффузу джоина, но против 200 идти ему нету, думаю, особого смысла. Это сейф. 2-2 или 8-2. Так, у контров сейчас есть деньги на покупку себе оружия. Орудие убийства. Теперь пятером располагаться в доме. Дается хае на второй мидл. Так, что у нас еще происходит? Ну да, вот так, в линию еще встали террористы. Джоин с джазом что-то там творят вообще неимоверно. Это 2D на медле. Три на медле вообще стоят на принятии. 2B, тем временем Джоин повесил коврам опять. Не везет сегодня. Ребятам, которые походят по Джоина, прилетает хаешечка неплохая на 40 хп. Это снова Б, походу. Бомба, 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 хд тысяч, бомба, 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 бомба. Бомба с ними на банане. Дает инфа, то что это Б.
походу. Джаз убивает Зоника. Джойн аркадит ковры, что какое-то подбирание. Очень громко. И также забирает кейдж ЗЗ. Остаются у нас вот так, в таком расположении. Ренза. Ренза дико зажал, никого не убил. Это точнейшая инфа, что это Б. Посмотрим мы за Скагемик. Он будет, я думаю, сейчас самый первый рост. Нет, вот сейчас Джаз может что-нибудь сделать, например, умереть. Молодец, умирает. И ему хелпует, ласт на хелпе, по-моему. Нет, у вас уже в рукаве. Слышит его Джаз и... Взятый раунд, диффуз бомбы. Найс. Опять без бомбы, диффуз из Скагеминг и успел. Ой. Не показалось мне, что у него есть диффузки, на самом деле. Ну, бакбаров бывает, так, сори. И это... 3-2 или 9-2. Не знаю. Ну, у нас 9-2. У них может быть как-то по-другому. Так. Это хренамид. Тер у нас на... Ну, в общем, растянули сейчас теры по карте. Трое располагаются в доме. Я рад, что Овер забил, наконец ушел в лоу. Сейчас играть в Counter-Strike. Отключусь я от сети. Правильно делаешь. Сейчас КЖЗ будет просто встречать двух. Или не будет. Ну, в общем, как пойдет. В зависимости от решения теры выходить или не выходить на Б. Вот сейчас Зоник умирает. Зоник. Нашел его кейдж. Кейдж. 40 хп, 28 уже, и это походу опять бы нет. Уже походу не хотят, ребят. Ух, вешают хэдшоты с Кагеймингу. Дает минус джойн. Ой-ой-ой, ХДД еще зажало от души так. Забирает девайс, идут двое мидл. Бомба. Бомба у Мирона, то есть он тоже идет мидл. Три мидл, вышли. Должен сейчас, вот сейчас слышал то, что это мидл. Сжимает от души, 3 хп. Тача. Умирает Джаз, ставится плент, и... КЖЗ уже в хелпе, умирает. Тач 3 хп сегодня как-никак карает. Мирон слышит мидл. Удает в щиму просто. Ренза. Да и почему он думает, что он в люке? Он правильно думает, что это люк, что пацан в люке, это походу сове. Парни, софт это тач, софт знает. Все, ну машина, сколько можно. Заколебали машнить. Это все прелести турниров. Да. Реконнект, топик, скилл. Ты ни о чем, парень. А, реконнект, скилл плюс 10. Они же на Яке играют, правда? К морали плюс 15, блин. Я просто не видел еще ни одного. А, нет, Як, он, ну, все правильно, все нормально. Последнее надо. Так. Теры у нас пока что трое. Около банана двое у нас. Пока что. Не знают, куда ходить. Сейчас тач выйдет мидл. Посмотрим мы за этим. Как бы читером ждет он 20-ку. Там стоит парень, вот он стоит чуть правее. То есть в угле. Парень явно. Вот тут. Что нам стоит чекнуть? Пытаться дать хелпи в голову, нормально. Сейчас будет сошли. Если он сейчас выйдет и прифайром убьет. Это дает хайварку. На Б эти времени умирает. Умирают контры. Б занята. Бомба у ХДыща. Он не, пока что ее не ставит. Вот теперь он начал ее ставить. Сейчас, если бы ХЕ в 3, то ХДыщ бы умер. Но зачем ХЕ? Ой, точнее в 3. В 5, то есть. Умирает Джойн. Джойн еще дает. Ну, Джойн ничего уже не дает. 2 хп у Скагейминга. Он вышел.
Вышел он так, то что еще даже Авик дал ему в ногу, и в итоге что-то вообще непонятное. Джаз остается на хлупе, у него вот у него точно нет диффузок. Авик попадает, Джаз так зажрал сейчас. И умирает. Ну, в общем, 4-3 или 9-4, я не знаю, правда. Если бы можно было это у кого-нибудь узнать, я бы обязательно бы узнал, но пока что... Ну, пока что вот так. Так, что у нас делает Тера? Тера делает 4Б. И один Томми с бомбой. Он тоже сейчас высунется под Б. Дается 2 дыма. Посмотрим, наверное, за Ренза. Если успеем. С МП5, нормально! Нет денег, купи МП5. Будь плохим парнем. Уу! Вылетает он на четверых просто. Выпускает какой-то 5 пуль. И умирает. Никого даже не кот. ХАЕшками Джон вешает хедшот. Подбирает он девайс. Идет дальше, видит около тупой, дает второй. Минус. Так, дальше. Пишет у нас, чтобы пацы киохнули софт. Остается СК Гейминг. 1-2. И далее вешает хедшот Броусону. Броусон вешает, точнее, хедшот. Тем временем утача уже 9-5. Утача у нас бомбой. Версия располагается на первом медле. Все, пока что все 10 игроков слоты. Теперь после хаешки тача 80, у Мирона 77. И из пятеро стягиваются под... Стоп, не пятеро. Стянулись, вернулись, ну в общем. Сейчас чувствую, придется им возвращаться обратно. Они думают, что это А, бомба тем временем. Только в ручье. Джоин дает инфу, что это походу все-таки Б. Садится в нычку, видит голову. Попадает по ней, зато остаются каленые довольно-таки неплохо террористы. Кеш ЗЗ умирает, ну ребят, ну нельзя так отдаваться. Ставится плэт. Здесь инфа прокачивает, есть инфа вон про пятерку. Ой-ой-ой, Бенза умирает. Все, что Джаз просто и с Кагеми. Да. Джаз почему-то не пошел. Мог сейчас дать две головы. Тачи убивает Джаз. 6-9 или вот если бы было 6-9, это должен был бы быть переход, но походу ребята будут доигрывать до конца эту сторону, поэтому 0. 6-3. В общем, что-то очень странное сейчас делают ребята, потому что более 3 раундов было сыграно. Ой, извините, что зевнул. Оу. Вот, Джаз переходит, молодец. А, что я сделал? Сори, ребят, простите, я не хотел. Я сделал плохо, я знаю, сори. Печаль. Ну, переключайся, блин. Так. Переход. 9-6. В пользу эпидемии. Свапаем команды. А, стоп, 9 же. Дается вармап. Видимо, видимо, там что-то болтают, разговаривают, общаются. Добрыми словами обмениваются, теплыми. Чай, чаек пьют. Все правильно, ребят. 9-6, пользу эпидемии. Переходите. В общем, похоже на то, что ребята разговаривают о чем-то своем. Ст
ставит бомбу на вармапе у нас Рензо, молодец. Сейчас будет принимать он 10-х. Джойн переходит. Отлично, ребята все-таки решат переходить. Заводится лайф и 9-6 в пользу эпидемии. Так, вторая сторона у нас. Первая пистолеточка. Есть дигл у команды эпидемия. Есть флешки, есть хаешки. В общем, все что угодно похоже, только не армор. Так, вот там уже не выдерживает. Видит сейчас ходовище ручей. Взлетает ему граната. Держится за его. Теряет 5 хп, потом еще 20. Ну, как-то все затихли сейчас. Теры, они ждут поджима, видимо. Со стороны контролов. Но и такого нету. Вот тач. Кеш ЗЗ. Умирает. Уже двое на полтора. Дается хае в яму. На ваншот. Умирает тыщ от ваншота джаза. Так, там вообще двое было на полтора, видимо, уже отошел в контр. Это хрена меньше, а тач будет. Коврав получает мирон в щи, уходит. Мирон убивает СК Гейминг. Ой, нет, ничего, он не умирает. Он только... Ой, дается хая в плане неплохая. Ставится бомба. Джон с СК Геймингом убивает еще по одному пацану и остается тач. Тач коврах. Два в одного. Убивает первого. Таким не палим. Фрифайрчик, ему остается 25 на 84. Есть инфа теперь у тача. И умирает тач. 10-6. Ахаха, пишет Джаз. Полубай сейчас вот у контров. Есть ФАМАС. А, нет. Походу только зоне взял ФАМАС. Парень потом вообще не любитель закупаться. Раунды. Мирон умирает тут же. Рензо, походу, было с каспунтом. Так, два нас на банане. Уходят они под А. Бомба тем временем у Рензо. Он у нас идет под. Пода, вышли мидл террористы и давайте посмотрим за джазом. Пай дает сейчас ему щи, не чекаются большие, никто не чекает большой песок. Зачем его чекать? Он же такой большой, такой няш. Ой, бросил две шутки ЖЗ. Умирает сразу он. Пацан с больших песков дает минус, ХДДыщ убивает еще. Где инфа? Инфы нет, походу. Про ХДДыща. Два девайса, два в два остаются, два девайса есть у контров. Будет бомба, умирает Рензо. Убивает Рензо, то есть ХДДыщ, остается один тач. И ничего не делает, он 11-6. 2, 1, бум. Взорвался плент. 11-6. Есть деньги, походу, у контров. Куда бегут теры? Теры бегут пока что на мидл. Сейчас разбегутся, опять бомба АФК. Ну, ребят, как-то что-то... Ну, не везет им пока что с бомбами. Или они просто ждут команды своей. Куда бежать? Ах. Нет, походу, АФК. АФК! Какая-то. Что же будут делать ребята? Ребята будут тащить, походу, без него.
У контров уже 4Б. Походу Джойну придется сейчас убивать своего пацана. Или сейвить девайсы, потому что, ну... А, вот, скинул бомбу, все. Скинул бомбу СК Гейминг. Не знаю, что я сниму, пацана, пинг 28, 27. Похоже, он чем-то занят. Сейчас. Так. Банан... На банане уже четверо из пяти игроков команды Эпидемия. Дается, делается подсадочка. Вообще чувствую, 2D будет. Это как-то все очень долго делается, на самом деле, забирается вниз. Тач, зоник, разбирает еще по одному. Дается флешка, ставится плент. 2 в 3, считай, остались. А вот с каким-нибудь побежал, он сейчас сот, он сейчас может все решить просто. По-моему, услышали, пацан, банан. Ох, тач, убивает. Ой, тач! Бомба убивает. Да, Джойн хорош. Джойн хорош! 3 головы. Джойн спасает раунд. 12-6. Опять бомба в факанду. Ребят, сколько можно? Играйте. Мирон получает, он, видимо, неплохо так по голове, или прострелом, или, я не знаю, или каешками его так закидали. Но, в общем, у него остается 14 хп. Так. Скагемик уже вышел из люки тем временем, должен был выйти. Да, вышел из люки. Мидл никого не видит, идет на зелень, сейчас должен встретиться он с зоником, причем если бы чувствовал тайминг, он бы сейчас прям зашел в спину. Но нет. Так, что делать Теры? Теры уже, считай, заняли ребра. Бомба у нас на коврах, Джойн. Эх, так, Мирон умирает, дается инфа про плент. Нажимает от души Джойн. Получает щит кто-то. Вот как зажал газоник. Зоник получает еще хае в лицо. До того, как его просто убил Джойн. Остается один тач. Тач трюкач. Выходит один у Эпидемии. Иска Гейминг, походу, не смог продолжить игру. Будет ли поставлена пауза на Нексте? Сейчас узнаем. В такие моменты, конечно, все становится печально и... О, вау. 1-2-1. Остается тач. Он хочет тащить, но нет. Он впишет КСЗ. Тринадцать шесть. Смогут ли Тер дотащить четвером эту игру? Или будут пытаться искать какого-нибудь плюсика? Прыгают по респе. Так. Отлично. Контров-то пятеро. Конечно, сейчас им будет гораздо проще, чем терам. Сейчас должны будут первые минуса. Получает бронзовый дэмэдж. Поджимают уже ковры. Сейчас четверо в яме. Меньше все уходит уже под Б. Ага, видел, сидели, что шире там. Взлетает флешка бронзу. Сейчас ручья будет неждан. Да. Дохалдились, ребят, на самом деле. КХЗ умирает уже. Дается хае. Тач там пытается сейчас подрадать всем. От души инский не получается. 2 в 3. На афиль просто Соник. 3 хп у него остается. Джойн 1.
1 в 3. КХЗЗ выходит с сервера. Уже убивает одного. У него одно хп и не зажал. Еще один выходит, еще один выходит. Все вышли. 13-7. Ну, матч заканчивается счетом 13-7. Видим, команды выходят с сервера. 13-7, в принципе, я не знаю, по какой причине вышли сейчас, конечно. По какой причине вышли? Игроки команды. Эпидемия, но... Так. И что-то вообще непонятное произошло сейчас.